В рядах скорой помощи пополнение. Сегодня главврачам больницы вручили ключи от 53 новых легковых автомобилей. 17 автомобилей теперь в собственности городских больниц Чебоксар, Новочебоксарска и Канаша. 36 передали районным поликлиникам. Машины предназначены для доставки к пунктам диспансеризации, выездов мобильных бригад и оказания неотложной амбулаторной помощи. В наше тяжелое и сложное время мы, медицинские работники, рады всякой помощи. И вот сейчас у нас республика выделила деньги, и нам предоставили машины, санитарные машины, для обслуживания пациентов на дому. Если, допустим, раньше врач перевезенного звена, образно говоря, мог обойти 5 пациентов и доставить лекарственный препарат 5 пациентам, то сегодня он сможет сделать 15 пациентам, доставить лекарственный препарат и осмотреть их. То есть, соответственно, в разы увеличивается доступность медицинской помощи. Автомобили предполагают использовать и для обслуживания на дому пациентов, больных новой коронавирусной инфекцией. Для доставки им лекарственных препаратов, перевозки биологического материала, транспортировки в КТ-центры. Автомобили оснащены всем необходимым. Наличие материально-технической базы дает возможность оказать современную, доступную медицинскую помощь тем людям, которые в них нуждаются. Но при этом надо отметить и то, что даже имея самую суперсовременную материально-техническую базу, без людей она до больных не дойдет. Поэтому параллельно, конечно же, и сегодня мы об этом говорили, очень важно развитие кадров в отрасли медицины. Юлия Важенина, Алексей Зотиков, Юрий Марков, Республика.